И всем привет, с вами снова я, Только Мясо. Добро пожаловать на новый видеоролик. Сегодня мы с вами продолжаем наше путешествие, которое называется «Поезд-теплоход». Это вторая серия, да. Как видите, мы вышли с перрона и идем в город. А это мы просто ждем лифт. Входим в него и мы дальше что будем делать? Переходить, получается. Да, как бы это сейчас там не звучало. Ну что ж, мы уже вышли с ЖД вокзала и идем мы на речной вокзал. А вот, сейчас вы на своих экранах видите наш маршрут. Ну что ж, мы пришли на вокзал, вот, но мы это здание все обходили, потому что его закрыли на реконструкцию. Ну что ж, как видите, мы уже пришли, теперь уже к теплоходам. Да, это все другие теплоходы. Наш теплоход будет чуть дальше. Вот он. Сейчас я чуть приближу. Вон он, наш родненький. Вот, плывет к нам. Ладно. Будем ждать нашего теплохода, пока он причалит. Ну что ж, ребята, ветер очень сильный сейчас, да. Вот сейчас вы, наверное, будете слышать иногда помехи, вот. Да, вот Михаил Танч, он уже пришвартовался, сейчас мы пойдем на теплоход. Положить вещи и пойти в город гулять. Ну что ж, мы уже почти пришли, сейчас мы положим вещи, я включу камеру, когда мы уже будем гулять в городе. Ну что ж, мы уже приехали там на автобусе, там тут и все. Вот это такая кафешка такая, ихняя, вот. Это, так сказать, татарская кафешка, вот, если так сказать. Вот, так, сейчас пройдем. Ну, в принципе, тут ничего такого интересного нету, да. Самое обычное... Ну, почти обычная, кроме еды, кафешка. Ну что ж, мы вот с Леной уже поднимаемся. Да, если кто не знал, Лена моя сестра. Вот так, мы с ней поднимаемся наверх. Все очень круто. Вот, и когда мы будем наверху, я включу камеру. Вот. Но, как я говорю, за кадром, я вам спойлерю, это будет очень высоко. Да. Так, ну что ж, как видите, мы уже поднялись. Вон, там просто плоховато фокусируется, вот. Но там очень высоко. Да. Господи, вот какую-то птичку поймал. А, какое-то насекомое. Пардон, вот. Так. Я просто реально фигово очень фокусируется. Короче, вот так вот. Смотрите, тут высота очень высокая. Вот. Вот так вот выглядит большой видок на город. Вон так, что там мама с папой ходит. А это мы в мечети. Ну, а это кадры, когда мы уже отплываем от Казани. Ну что ж, с вами был Токарев15. Не знаю, ставьте лайки и подписываться на мой канал. Вот. И, конечно, писать комментарии. Ну, а завтра ждите третью серию. Всем удачи, всем спасибо и всем пока-пока. Музыка играет, а я одна стою на берегу, машу рукой.